Приветствую всех зрителей канала в игрушке GTA 5 онлайн в своем гаражике на втором этаже. Продолжаем смотреть, что можно сделать по тюнингу из старых транспортных средств, добавленных. Хрен знает, вот эти две тачки, по-моему, вообще в оригинальной GTA-шке были. Мне просто очень интересно сделать. Ну, этот понятно в каком стиле, я думаю, можно будет даже не гадать. Чисто такой пацанский 90-х Чероки. Причем он двухцветный, и можно будет. Так, фары. А, что-то я сомневаюсь, конечно, что там такие были. Так, это все не наше, это все. Ага, здесь только основа, все понятно. Ай, блядь! Не то сделал. Или то. А здесь даже, кстати, это типа еще же не такая модель, которая из обновлений. Ну, я полуспортивная, хрен с ним. 35 тысяч, вот это я понимаю, везде такой был бы. А пока что это нахрен, естественно. Что-то, здесь же все стоит. Так, окраска, основной цвет, естественно. Ой, блядь. Естественно, матовый. Можно даже не бегать вокруг этого тюнинга, да. Здесь все понятно и так. Но. Давай черный. Черный. А вот доп цвет можно было бы как в этом. Как же их, Nissan Patrol, что ли? В двух цветах примерно в таких был, вернее, не в таких, вот что-то подобное. Но давай еще раз смотрю, черный, и что-то меняется, вроде ничего не меняется, но так как я хочу попробовать все-таки. Ай, блядь. А здесь этого даже и нету. Перламутр мы не носим. А стоп, остановай. А нет, есть, все нормально, можно не. Так, ну так как за окном ночью, я так понимаю, я не смогу нормально оценить цвет. Что могу? Коричневый. Не совсем. Какой-то вот темно-темный нужен. Темно-черный, но при этом чтобы был какой-то. И по второму кругу пошли. А если стоять, блядь? Опа. А здесь изначально что-то стояло, да? Ладно, я хочу посмотреть, где. Ну, в предыдущей серии подобных роликов у нас этот цвет уже был, поэтому вот что меня интересует. Полуночно-синий, по-моему, вообще никак не отыгрывает, да? Здесь что-то появляется космический синий, темно-синий. Тут, мне кажется, никак не даст. Давай такой сделаем. Так, эмблема банды. Ебать. Нет. Колеса. Везде стандартные. Я не помню, как, кстати, какие были на джипах колеса.
Кстати, немножечко. А, ноль стоит. Замечательно. А хромирование уже так не смотрится. Тогда тойотовские диски. Или их поставить? Хрен с ним, ставь. Все равно здесь, так как очень-очень-очень сильно ограничен тюнинг. Ага, нихера, ночью закончилась. А ну-ка, поехали посмотрим на него. Как он вообще синий показывает нам. Вам пришло письмо. Нихера, нихера там. Никак не отыгрывает. Вообще нахрен не надо было тогда. Как-то в игре он между... Бля, вообще ничего не видать. Между Чироки и Крузак... Ой, не Крузак этот. Что-то в нем от Лендровера. Поэтому загоняем его обратно. Чисто такой лайтовенький момент для себя. Почему бы не купить эту машинку и не посмотреть, что она из себя представляет? Значит, мне кажется, что если ее в каких-нибудь гонках использовать, там особо ни один турбонаддув не спасет. Так, а вот этот мне говорили тюнингуется как-то очень интересно. Можно сделать из него что-то интересное. А, бампера, да, действительно. Посмотрим, посмотрим, тормоза. Эту... Нихера себе, кенгурятник с лебедкой. При его клиренсе, там, по-моему, можно хоть какой бампер поставить, все равно не заденешь. Так, опа. А задний бампер что? Ну ладно. Двойной трубчатый. Ой, ебать. Что, серьезно? Так, черный увеличенный, просто увеличенный. А почему без света? Хотя, стоп. Я, кажись, догадываюсь, как это будет работать, естественно. Морда вся черная, естественно. Так, а вот теперь. Где у него трубки располагаются? Вот что мне интересно. А, вон они где. То есть, как бы, вообще смысла от них особо-то и не будет, да? Так, раскраски, крыша. Блин, с ним давай. Понятно. Так, трансмиссия, естественно, гоночная, турбонаддув. А он не дотягивает, да? А, ни хера себе. Как не прокачивается, оно не дотягивает. Стекла. Хотя... Мне кажется, в этой машине такие не понадобятся. Колеса, я думаю, что можно будет что-то очень такое, вот что-то подобное. Стандартный оставим, потому что есть окраска. Ой, ебать. Великолепный век. Так, банда, что у нас? Банда нет. Естественно, металлик, естественно, какой-нибудь. А, я знаю, в какой цвет я его вгоню. Черный. И перламутровый мне нужен. Я
Здесь у нас один цвет, который... Че, его проскочил, что ли? А на нем он так не смотрится, как я хотел. Вот, блядь. Окей, окей, давай тогда матовый посмотрим. Понятно. Чисто и сделай раскраску сам маркером потом. Так, ладно, банда, что мне может сказать? Банда ни хера мне не может сказать. Может, что-то подобное? Давай сделаем. Так, доп цвет. А, можно сделать вот такой чисто в пляжной раскрасочке. Меня смущает. Ладно, сбоку. Меня смущает его морда тогда в таком случае, что все это будет желтым. Лаймово-зеленый. А если сделать лаймово-зеленый? И отталкиваясь от этого, подобрать цвет. У меня лампочка тут не светила. О, замечательно. Черня получается. Так, ладно, хрен с ним. Теперь остался еще один моментик колеса. Цвет колес. Блять. Оставляй. Мне это нравится. Своей миссией я выполнил его возможности тюнинг. Я посмотрел. Жалко, нельзя еще диаметр колес сделать, потому что типа, блять, ну хочется побольше. Колеса надо будет потом переделать. Или давайте сразу, ну его нахрен. Чё-то как-то меня не устраивает этот. Хотя, мне кажется, где колеса? Колеса. То же самое, вездеход будет на нем. Вполне себе так смотреться. Диски были. Да, сами первые давай. Так. Что там по шинам? Выше вроде ничего нет по шинам.
Ну, такое, прям с натяжечкой, все-таки, так как тачки из оригинальной игры. Я бы не сказал, что прям очень классно. Но зато снял себе галочку. В общем, на этом моменте мы с вами прощаемся.